А на очереди Злата Огневич, представительница Украины. Ну, как и многое в наших шоу-бизнесах, получается, что у нас очень многое переплетено. Злата Огневич родилась в Мурманске, только потом уже переехала в Украину. Надо сказать по-честному, Злата не первый раз штурмует отбор на Евровидении. Попала она и стала победительницей украинского отбора только с третьего раза. Надеемся, что этот третий раз станет счастливым для нее. Тем более, что в 2010 году она немножко всего лишь уступила Алёше, который представляла тогда Украину на Евровидении. Этот номер действительно очень красивый. Сейчас вы увидите Игоря Вовковинского, гражданина США, самого большого человека в стране. У него рост 2 метра 43 сантиметра. Выступление Златы Огневич, Украина. Если вы заметили такой нетипичный для европейца вокал, это легенда джазового вокала Кливленд Уоткис выступал вместе со Златой. Вокальную роль шамана он исполнял.